Продолжаем рассматривать вставку плеча в удар. В этот раз будем использовать середину. Крепим ее где-то на уровне плеча. Здесь нагрузку можно давать большую, потому что участвует все тело. Это можно использовать и как наработку, и в терапевтических целях. Сначала мы рассмотрим вставку в удар. Одеваем на плечо. Становимся в позицию. В данном случае на переднюю руку. И вкручиваемся. Здесь уже можно добавить бросок руки напрямую, боковой, любой другой удар. При необходимости можно взять небольшую гантельку. То же самое мы можем рассмотреть, когда работаем, становимся в позицию сзади и вкручиваемся. То есть, соответственно, пяточка, все как положено. Кроме того, здесь можно будет проработать вариант, когда мы разрываем дистанцию и забираем плечо, бросая вторую руку в удар. Здесь становимся уже лицом к опоре, крепим. И, соответственно, делаем, забираем плечо, выставляя. Проработав каждый элемент с резиной, сразу же либо разбрасываемся по воздуху, либо, если есть возможность, работаем на мешке. Задача вставить плечо в удар, либо наоборот развернуться до полного разворота. Если мы будем говорить о терапевтической, то есть плечевой и связи с грудным отделом, в частности, как рекомендуют Westside Barbells, и я уже пробовал перед жимовой тренировкой в качестве разогрева разминки. Здесь делаем следующим образом. Одели сначала вперед и совершаем круговые движения. Допустим, 10 раз одной рукой, 10 раз другой рукой. Сразу же зацепили сзади. И то же самое круговое движение выполняем одной, другой рукой. Таким образом, разминая, разогревая плечевой пояс и связь с грудными. После чего можно приступать к жиму.